Девушка, что упала на шамана во время концерта в Питере, рассказала, почему так произошло. Комментарий написал сам шаман с подробностями. Жан Содоли, здравствуйте. При полном зале шаман давал концерт и по традиции пригласил девушку с первых рядов, чтобы вместе спеть. Она к нему приблизилась, обняла и потеряла сознание. Начала с него съезжать. Шаман придержал ее, чтобы не ударилась. Позже подбежали охранники и унесли ее за сцену. При этом сам шаман заявил, что все нормально, все хорошо. Так бывает, когда любовь переполняет сердца, и это море просто вытекает из берегов. Девушка очень быстро за кулисами пришла в чувство и на вопрос, жива ли, ответила «да», при этом смеялась и говорит, что упала в обморок от переизбытка чувств. Вся в телеграм-канале, шаман сказал, что с поклонницей все в порядке, она просто переволновалась, а за кулисами оказали необходимую помощь. В комментариях люди разделились на несколько позиций. Одни верят, что действительно она потеряла сознание, другие думают, что это инсценировка, либо же сама девушка решила изобразить вот эту потерю сознания для того, чтобы войти в историю. Что думаете, друзья, по этому поводу? Напишите в комментариях, обсудим вместе. Конечно, оцените видео, чтобы вы увидели другие, можете подписаться. Мы вместе обсуждаем самые важные новости. С вами Жан Содоль. До встречи, хорошего дня и не теряйте сознание.